Одной из самых благородных профессий признана профессия учителя. Наряду с врачами и военными, учитель обязан быть во всем примером для подражания, сеять вечное доброе, вести к вершинам знания. Всему этому учат будущих учителей школ в Югостинском государственном университете. Выпускники специальности «Русский язык и литература» сдают государственный экзамен. У русистов не как обычно 3 вопроса в билете, а все 6 по литературе и языку. Государственная аттестационная комиссия внимательно слушает каждого отвечающего. Вопросы задаются всем. В русском языке выделяют простые глагольные сказуемы, также составные глагольные, составные именные сказуемы. Пройден важный рубеж госэкзамена. Осталось защитить дипломный проект. Ты только что сдала государственный экзамен, и какие у тебя эмоции и впечатления? Все эмоции зашкаливают. Я сдала государственный экзамен, и я очень рада, потому что я довольна собой, как ответила. Думаю, что все будет хорошо, и выпущусь хорошим специалистом. Совсем скоро часть сегодняшних выпускников пополнят ряды преподавателей школы. Это большая ответственность учить и готовить строителей будущего, достойных потомков своих предков. У нас пошли знаменательные дни. Это конец учебного года, когда мы собираем урожай предыдущих 5 лет. И всякий раз у меня бывает огромная надежда, что наши студенты справятся и что они покажут блестящие результаты, и в этот раз то же самое произошло. Мы воспитываем здесь, в наших стенах, еще и будущих ученых, которые должны иметь очень пространную точку зрения на литературные процессы. Я очень надеюсь, что желающих поступить на филологический факультет в этом году будет гораздо больше, потому что мы выпускаем, давно уже выпускаем подготовленных вполне преподавателей, в том числе вполне подготовленных будущих работников науки.